Ой, господи, это популярная рубрика «Давайте вставать в 6 утра». А, ты мне тоже протягивала. Просто хочу сказать название песни, но из-за того, что сейчас 6-7 утра. Мысли в голове вот так просто. Просто в шоке. Врезаются. Или когда застревают текстуры. Я реально пытаюсь вспомнить. Я же прям знаю название этих песен, но сейчас их просто нет в голове. Ты любишь концепты такие... милые. Ну, конечно, мне больше нравится такое. Конечно же, нет. Конечно, мне больше нравится мощняковое. Но когда для контраста тоже типа хорошо. Вот мне сейчас интересно посмотреть. Ну, потому что не было. Да у них, в принципе, они когда они были такими няшечками, никогда они не были. Ну, супер-супер мимими нет. Не ну, было. Не помню, по крайней мере, я. Вообще, вот мы тоже, помнишь, анализировали, что в кей-попе есть, вот, допустим, 10 основных концептов, да, школа, там, армия, да, военный концепт, супер-мега-дерзкий, там, господи, какой-то вот концепт, знаешь, с профессиями, там, а-ля доуп, когда все переодеваются в разные профессии, милый концепт, что роскошный такой, королевский, принцы, да, принцессы, да. То есть, в принципе, в этом плане очень... Ой, все началось. Ну и придерживается все равно какого-то одного. Да, и как бы по большому счету очень сложно что-то прям вот кардинально... Ну вот мне очень понравилось из кардинально нового, это God's Menu, Stray Kids, да, где да. Просто вот повара танцуют. Ну это же очень круто. Да. Этот момент, когда вот... Ну мне кажется, это очень здорово. Интересно, хоряга будет или нет? Вот, что ну, я не думаю, что будет общая часть Селены и Гомес почему-то. Кстати, посмотрим заодно, вместе ли они снимали. Они не виделись. Они не виделись, да. Интервью читала, они не виделись, написали, очень жаль, что мы, ну, личной встречи не было, но мы поговорили. Ну, короче, мы поговорили по скайпу. Созвонились в фейстайм. 3, 2, 1, погнали. Погнали. Ну, дам-дам-дам-дам-дам-дам. Хочется сказать дам-дам-дам-дам-дам-дам. Это. Ой, Селена красивая. А-ля пинап гёрл стиль. Очень красивая картинка у них всегда. Ну, если бы я была мальчиком, меня бы разорвало. Да, и я хочу сказать, что в женских группах очень часто, ну, в принципе, тем более, вот хочется на стоп постоянно ставить и рассматривать аутфиты, мне кажется, можно до бесконечности. Столько деталей, да? Да. Ну, кстати, так снято интересно. Так, как будто они прям даже вместе. Вот посмотри, да? И по цветокоррекции, естественно. Да. Это уже заезд, да? Да. Да, такая Америка 40-х годов, 50-х, такая предвоенное время, в том плане, что такие девушки были популярны. Вот Pin-up Girl, это на плакатах, на постеры военные вешали, вот в таком, знаешь, стиле горошек. А, да-да-да. Ну, вот аутфиты похожие, у Селены, во всяком случае. Что? Что это было? Это... Морская свинка, ничего себе она. Нет, это не морская свинка. Это глянь, какие у Лисы волосы. Ух ты! Это парик, наверное, да? Да, парик. Джису красивенько. Нет, ну не все, конечно, красоты. Пинап вот прям. Это ты же моя лапочка. На английском Джису дали. Лиса образ этот нравится. Да. Шапочки. Так, что ж происходит такое? Красиво, да, с этими черными длинными волосами? Кошечка в машинке, ты видела? Внизу кисючечка, кисюнечка лежала. Лиса, Ниса, Мона Лиса, прикольно. Все равно,
Да-да-да. Говори. Супер слащавая получилась. Вот только, хотела сказать, все равно какой-то вот он не такой вот кей-поповский, а-ля вот ой, о май гёрл, там, да, что-то такое. Все равно что-то есть какое-то вот блэкпинковское. Ой, какая дерзость, красивая. Дерзость. Да-да-да-да-да. Все? Да, все. Вот, извиняюсь, там, да, из минусов не хватило, вот, по песне я как-то так пока не поняла. Не хватило, знаешь, вот, что понравилось в Dynamite, раз уж мы сравниваем с нашими реакциями, что там в конце, вот мы разбирали еще на уроках вокала, песня все равно двигается, она развивается, 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 и в конце этот взрыв, то есть в клипе, который мы видим, да, буквальный взрыв, фейерверка и музыкальный взрыв, то есть песня приходит к своей точке финальной. Вот тут, к сожалению, или там к счастью, ну такие песни сейчас популярны, действительно, когда вот, вот она как началась, да, вот она как началась. То есть в этом плане даже нестандартно, потому что те же вот How You Like That, если ты, да, сейчас представляешь, там, ду-ду-ду, они все равно под конец имели вот этот дроп, они имели вот это развитие. Это такая песня в этом плане. Ну, ее, да, с другой стороны, такая песня, знаешь, она вот как мантра в тебя вот за счет повтора постоянно. Да, хочешь, не хочешь, да? Да, она залипаешь на нее очень сильно. Нет, конечно, взрыва нет. После Dynamite хотелось вот просто, она закончилась, а ты хочешь дальше, да, вылетать и на репетиции слушать, танцевать. Ну, мы не объективны, потому что, конечно, мужская группа, мы девочки, да, мы реагируем на мужскую группу по-другому, нежели на женскую. Но клип красивый. Очень красивый клип, и аутфиты всегда мне очень интересно рассматривать, просто вот сочетание, как они это все сочетают, и реально такие вещи, которые, казалось бы, отдельно посмотришь, вообще, ну... На себя, даже... на себя примеришь, да, думаешь, ты господи. Вообще даже не можешь представить, чтобы ты такое напялил. Они так сочетают, и это реально всегда очень гармонично и круто смотрится. Нужна ли тут Селена Гомес? Ну, если честно, я бы не заметила, что она... Ну, наверное, это такой вот коллаб из разряда... Чтобы сделать. Ну, вот скооперируемся, да, как бы, давайте обменяемся фанатами. Это ничего там плохого нет, это нормальная практика, там, у Селены Гомес там будет больше, хотя уверена, что вообще она не нуждается... Они же очень выстрелили... Да, они же очень в свое время выстрелили с Чарли Путом. У меня проблемы с произношением его имени. We don't talk anymore. У них песня есть. Там же она в Корее была невероятно популярна. Мы тоже когда с Аленой там были, там просто из каждого утюга. Ну вот, грубо говоря, тоже делать коллаб, когда, в принципе, артист ничего кардинального, но с точки зрения там тембра, да, подачи не приносит, не имеет ли смысл. Ну, это не нам судить. Вот. Но в целом... Нормально. Хорошо. Да, просто у меня пропала мысль. Я сказала. А пока мы будем искать эту мысль. В целом. Нет, просто я ни в коем случае не хочу там. Это я ж не хейтер. Она сейчас задизлайкают. Отправят в бан. Она такая очень лайтовая, не грузит. Песня не цепанула. Ну да, она не заела. Может, потому что мы болтали полпесни? Может быть. Может быть, нам стоит еще раз пересмотреть. Может быть, это из тех вариантов, когда на пятый раз она такая бум в голову. Добрый вечер. Ты ходишь и ее напеваешь. Думала, что будет слащавее, кстати. Да, да, порадовали то, что это вот... Не супер мимими было. Нетипичный женский кей-поп, который... Мы суперлюбители, да, такого концерта? Это да, это наше личное предпочтение. Да. Спасибо, что потратили эти, наверное, 7 минут, мне просто кажется. Мы наболтали за то, что были с нами. Мы сейчас попьем кофеечка и снимем еще реакцию на еще одну группу. Так что все будет замечательно. Всем пока. Доброй ночи, хотела сказать. Доброй ночи. Пока.